Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. Первый день. Забираем с тобой древесинки. Так, кстати, у нас сезон-то еще не закончился, а? Успею я взять мрачно-шипы или нет? Как ты думаешь? А? Вот мне самому интересно. Так, сезон скоро закончится. Скоро, ребята, нам нужно поспешить. Нам нужно поспешить. Так, заходим на рынок. И сразу с лету Рэй покупает мрачно-шипа. Правильно, я накопил, ребята. Мрачно-шип, вот как он выглядит. Мрачно-шип так никогда и не простил викингов за то, что не отняли его любимый глаз. Он старается держаться ото всех подальше, но все больше проникается симпатией к жителям Олуха. То есть, ребята, у него викинги отобрали глаз. Чего? Хотите подключиться? Не надо мне ничего подключать. Так, на месте нет свободного места у нас. Короче, мы забрали мрачно-шипика. Так, слушай, нам, наверное, надо... А что нам надо сделать с тыквами-то, а? 2 дня, 2 тыквы. Блин, ребята, есть шанс получить это яйцо? Есть. Но вот получим ли мы его? Вот в чем вопрос-то. Так-с. Даже не знаю. Ну, что у нас тут? Давай, наверное, выйдем и начнем. Что это там у нас? Фига себе. Топор, который сам рубит дрова. О! Друзья, груша, которую, блин, нельзя скушать, ты понимаешь? Вот. Ну, тогда давай, наверное, здесь посмотрим, что у нас. О, надо же, выпало нам копьишко. Да, копьишко пригодится. Так, ну, а что же нам принесет барсик? Тоже копье. Вас что, сегодня пробило на копьишке, что ли, всех? Ну-ка, давай-ка, браток. Руны. Замечательно. Получили руны. А что, я считаю, что неплохо. Так, здесь нам что выпадет? Шестереночки. Ну что же, пускай летит на рога. Почему бы и нет. Ой. Так, и Грамгильда у нас получает уровень. Кстати, давай-ка мы ей, наверное, еще еще, не получилось у нас еще ей уровень поднять. Давай, лети за древесиной. Ты пошел за рыбой. Так, ребята, я вот думаю, чтобы мне убрать. Кого бы мне убрать? Чтобы поставить мрачно-шипа. И как бы потихонечку, полигонечку его прокачивать. Может, Бима убрать, а? Давай я, наверное, Бима уберу в ангар. А поставим мрачно-шипа. Да? Я думаю, так будет справедливее всего. Ну-ка, мрачно-шип. Разместить. О! Замечательно. Полетел. Не, я ему один уровень поднял, он уже такой здоровый стал, полетел. Так, ну что? Понятно, дело, что фиг ты прокачаешься у меня сразу же, да, с первой попытки. Губешки, как говорится, закатай. Начать обучение, конечно же. Пускай летит дальше и тренируется. Так, а мы вот это вот все забираем. Это мы все забираем, Буйволорд. Лети. Что вы сказали, Буйволорда? Какой 95 уровень? Ну, в принципе, да, как варик. Можно было бы им заняться и вплотную. Так, ты у меня что там? Будешь переходить в титаны? Нет. Не хочет. Ни в какую, говорит. Не буду и все. И отстаньте от меня. Не гунди. Так надо. Так, здесь у нас что? Соточка. Ребята, сотый уровень. Сотый. Подожди.
Что там? Что мы? Что мы сделали сейчас только что? Мы его отправили тренироваться, да? Пускай, ладно, летит. Пускай летит. Этот пускай тоже летит за древесиной. Ну, а ты мне что? Понятно. Тусклый янтарь, можно было бы и не спрашивать. Можно было бы и не спрашивать. Так. Ну, а ты мелкий будешь? Он ни в какую не хочет, ребята. Он очень ленивый. Понимаешь? Он лентяй. Ну, хорошо. Так, ты какого уровня? 65-й, 85-й, 88-й, 66-й. Блин, все, все, друзья, не то, абсолютно. Мне нужен 65-й. Мне нужен хороший, здоровый уровень, ребята. За сотку, чтобы был. Понимаешь? Таких у нас, походу, здесь и нету. Так, ну ладно, давай, наверное, тогда отправим. Нет, мы, наверное, его отправим. По идее, нам надо его отправлять искать нам предметы. По большому счету, но с его везением поиска это прям огромная, ребята, будет проблема. О, фляжку какую-то нашли. Занырнул. Надеюсь, дети готовы к тому, что ожидает их впереди. У тебя прочная связь с драконами, Астрид. Это одна из причин, почему они так хорошо тебя слушают. Спасибо, твои слова многие для меня значат. Великий Смутьян, откуда здесь подобное существо? Ты тот ловец драконов? Почему ты решил, что я тебе что-либо расскажу? Я не, то есть я был ловцом, но я изменился, или я пытаюсь измениться. Что ж, одних слов мало, тебе придется доказать свои слова на деле. Довериться ловцу драконов ни за что. Выловите обмен великого Смутьяна. Выловите обмен. Первородная Смутьянка. Первородная Смутьянка. Хм, прикольно смотрится. Так, а тут нам не хватает-то, в принципе. Ну, экзотическая громоножка, ребят. Такое себе удовольствие. Смотри-ка, а вот тут нам. А вот тут нам вообще всего хватает. 159 рун, но я не буду, ребята, их брать. Не вижу смысла в этом. Блин, легендарочка, а. Как же мне тебе получить-то, а? Блин, не знаю прям, ребят. Прям руки чешутся, как хочется получить смутьяночку. Так, ладно, давай. Сделаем так. Сделаем так. Конфет у нас все равно мало, так что обменять их ни на что мы не сможем. Так, открываем с собой бесплатный пак. Шторморез, Громыль, Прихвостень. Так, там кто у нас? Ага, Водорез. Водорез, Водорез. Так, ну что, он пускай летит у нас в ангар. Так, Йохан, у тебя там что? Вот так вот заберем это все. И, наверное, все-таки я отправлю нашего беззубика дальше искать предметы. Так, блестящий янтарь, 3 штуки. Больше нету, да, не хватает нам. Ну что, вроде бы. Подожди, вот этого мы еще хотели точно, ребят, по-моему, прокачать.
Святилище Волки занято. Освободите место. Конечно, освободишь там место. Так, забираем, ребята, здесь паки. Громобой, ловорык, ужасный чудовище, парящий прихвостень. И древоруб, ужасное чудовище. О, ветрокрыл чемпион выпал. Спасибо за такой подарочек. Ну что, сегодня у нас или вчера открылось событие, ребята. Свирепые против хранителей. Угу. Ну, 200 конфет, ты сам понимаешь, как бы не особо нужны, но события, ребята, я это пройти обязан. Таковы условия, так скажем. И я не имею права их нарушать. Ну что ж, приступим, наверное, потихонечку, да? Первая волна, тут их будет две волны. Начну я, наверное, блин. Так с кого тут не начни? Они же стражи, а нам надо брать свирепых. Ну, если мы хотим, конечно, тут быстро их разбирать. А в другом случае у нас ничего не получится здесь. Ладно, я зайду, я гляну какого-нибудь там свирепого дракона. Более мощного. И попробуем здесь справиться. Иначе нас тут быстро раскумарят. Очень быстро. Так, это только первая волна, да? Вторая. Ага. Ну, этого трогать не будем пока. Начнем с... Костолома. Тот пускай сидит пока. Сидит и надеется на что-нибудь. Не знает, правда, на что. Какую-нибудь удачу. Или наоборот, неудачу. Идем сюда. Так, хил. Да, надо будет, ребята, все-таки поменять нам команду именно для вот этого события. Именно для этого события. Потому что так не дело. Барсика так точно можно поменять, как по мне. Ну что, крутим колесо. Зарабатываем. Ать, древесина. Я думал, сейчас все-таки переключится на пак. Но нет. Так, забираем здесь загадочный. На почту он нам полетел. Вперед. Друзья, зачем я погнал вперед, если я хотел, блин, поменять драконов? Вот, Рэй, вот ты... Совсем у тебя с памятью плохо все стало. Да я отвлекся просто, ребят. Просто отвлекся. Я... задумался. О чем-то, непонятно о чем. Так вот и получается. Так. Ну, давай вот так вот сделаем. Хлоп. И вот так вот еще. Для пущей, как говорится, мощи. Минус один. Давай, наверное, так вот дебафчиком сделаем. Ну что он сейчас будет делать? Он будет делать разбег свой. Всем это известно, ребята. Ни для кого не секрет. Угу. И добиваем. Так, вторая волна. Вторая, ребята, волна. Кусанем здесь. Там кусанем, там щипнем. Там ножку подставим, да? Там еще что-нибудь сделаем. Вредители какие-то прям натуральные. Минус один. Так, у нас остается громобой здесь. Громобой этот нам не в указ, если честно. Слабоват он тягаться с нами. Ну, добивка. Вот и все. Крутим очередное наше колесо. Ох ты. Серия испытаний, ребята, получили пак. Шикарно. Плюс 150 рун. Как-то так.
И получается у нас раз, два, три. Три поединка. Блин, нафиг мне эти конфеты-то по большому счету? Они мне не нужны, ребят. Они в конце сезона... Блин, я опять забыл поменять. Они в конце сезона все равно, ребята, переделываются в тусклый янтарь. Так что смысла от них никакого я не вижу вообще. Так, ну что ж, давай здесь кусанем. Ах ты. Звезданул из-под тишка, да? Так, минус один. Минус... Будет разбег делать. Барсику досталось. Ну что, хильнем Барсика? Конечно, хильнем, ребята, потому что у нас еще целая волна впереди, и Барсик нам как воздух нужен. Опа. Их тут уже трое. Их уже тут трое. Так. Не помню, это не бафер, по-моему, да? Нет, это, по-моему, кислотник. Плевака, или как хочешь его называй. То, что у них энергия сейчас будет копиться быстро, это, конечно, для меня вообще не есть гуд. Так, одного ушатали. Но это только начало. Ох ты. Пробивной сделал, прикинь. А тут в чем-то бычит именно на моего кривоклыка. Чему кривоклык не понравился? А этот наоборот бьет штормореза. Охо-хо-хо-хо. Вы что, совсем что ли одурели, а? Я не понял. Вот так вот они сделали мне подляночку, друзья. Ну что же, тогда будем и мы подляночки делать. Погнали. Будем потихонечку-потихонечку их уничтожать. Хорошо, что у нас есть слепота, а? Слепота, лепота. Отлично. Ну давай, крути колесо. 75 миллионов рыбы. Так, ребят, надо не забыть поменять. Так, убираем Барсика, наверное. А вместо него поставим... О! Хлыстореза возьмем. Да, я думаю, хлысторез, в принципе, справится. Хотя тут еще... Ищейка, ну ищей... О, ищейка! Блин. Но хлысторез как бы чемпион, а ищейка... Наверное, я все-таки ставлю хлыстореза. Хлыстореза оставим, ребят. Так, ну что, у нас мини-босс. Кто там? Сейчас у нас будет из мини-боссов. Че, музло исчезло, да? Все, музыки не будет. Конец танцам. Поехали. О, они сразу же... Так, что? Ты только себе? Он только себя, ребята, усиливает. Ну... Мог бы и лучше, честно говоря, бомбить. Ага. Видишь, как сделал. Видишь, как сделал. Оглушил. Эти вдвоем начинают меня бомбить. Так, нам надо будет обязательно хильнуться. Обязательно, ребята. А успеем ли мы? Успеем. Так, сейчас будет глушить вот этого, мне кажется, он. Что-то как-то... Ну, ребята, можно понять. 13 уровень, но... Нет, не тянет он. Не тянет. Да что ж ты будешь делать-то? Громорок.
Блин, плюс эти два костолома. Ладно, если что, будем применять груш. Ой, прилив сил. Скорее всего, нам придется так делать. Сейчас хиляемся, во-первых. Так. Давай-ка сделаем, наверное, вот так, ребята. Это ради подстраховки. Что он там делает? Так. Ё-моё, не туда поставил. Трындец. Не туда поставил. Сейчас опять они втроем ходят. А что он сейчас... Ага, он защиту на себя повесил. Друзья, он повесил на себя щит. Так, мы его сбили. Уничтожили. Так, ну что? Будем... Блин. Будем сейчас с вами тут разбираться. Поехали. Так... Я, ребят, не вижу смысла. Вот поменяли бы мы Барсика, да? И ровным счетом ничего не поменялось. Вот как для меня. Слушай, ну массовая атака мне понравилась. Она стоящая, кстати. Пламя такое жарит. Крутим колесо. Выпадает... Да ладно. Еще один пак серии испытаний, ребят. Что ж... Фартово. Так, ну и переходим на босса. Может быть, все-таки, ребят, вернем Барсика или как? А, не, не вернем. Ладно, я понял вас. Сейчас, я чувствую, будет столько слива. Ё-моё. Две волны. Так, ну это... О, смотри, как кто здесь притулился. Откуда ты вылез-то? С какой ямы болотной выполз он здесь? Ну, как всегда начинается, а? Это непорядок, ребята. Это очень большой непорядок. Ну. Тьш, плевака. Так вот сделаем. Ау, я думал, что... Блин, добей этого супостата. Теперь, наверное, мелкого. 16 уровень. Босс 16 уровня. О, сейчас кому-то, ребята, прилетит. Ну, это нормально, это терпимо. Ну, вот если сейчас этот подключится, а он подключается, естественно. В плане, ты же оглушенный, ты же должен был встать. А, это, наверное, не оглушенный, это когда, ребята, он... Сон, например, когда во сне, тогда, да, тогда он... Придется вот так вот сделать. Я знаю, что он хочет, ребята, побежать. А, мы с него, мы его жгем. И он снимает с него еще одну эту. Одну энергию. Ну, на самом деле, событие легкое. Да, без трат, конечно, не обошлось, но мы прошли. Так. О, ну тут, ребята, вы понимаете, да, кого нужно контрить в первую очередь. Поэтому, наверное, я буду по возможности слепоту вешать сюда. Потому что я больше чем уверен, что они будут именно этого выжидать. Угу. Так, подожди. Давай просто укусим. Здесь добьем. И слепота. Слепота, лепота. Я не хочу, ребят, рисковать. Лишь бы сейчас не уничтожил он меня со своего разбега. А по-другому никак, ребята. Я вот боюсь больше другого. Сейчас у него пройдет эта фигня, а нам энергии не хватит. Так, укус. Укус. Слепоту. На всякий случай.
Ох, что-то меня, ребята, раскумаривать начало. Вот зачем сейчас я это сделал, а? Ладно, прилив сил, если что, потратим. Да-да-да-да, конечно, дорогой ты мой. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Да, у меня как раз накопится, ребята, на следующем ходу слепота и... Но видишь, я, наверное, не сейчас буду все-таки. А чуть-чуть попозже. У нас еще есть шанс. Бомбим. Пока у него там энергия эта накопится, мы его тут, наверное, и без этого запинать сможем. Ну да, скорее всего, так оно и выйдет. Мы вот так уничтожим. Все, события прошли. Так, крутим колесо. О, плод мудрости нам выпал. Шикарно. Ну что, забираем эти 200 конфет никчемных. Да. И, в принципе, ребята, можно и закругляться, да? Так, монеты Одина. Кревет, чтоб от смерти... Ох ты, беззубик. Беззубик нам 1000 лет, ребята, не выпадало, если честно. Так, серия испытаний. Первый набор пошел. Лаварык-защитник. По-моему, такой у нас есть. Так, и последний пак. Угу. 200 рун еще сверху. Шикарно, я тебе скажу. Так, у нас древесина там скопилась. А куда мне ее потратить? Я даже не знаю, ребят, куда потратить древесину. Хм. У нас там-то, по-моему, все забито. Ну-ка. Полетел касатик. Так, кого еще бы нам отправить на тренировочку? Так, этот уже получил. Так, лети. Слушай, у нас и рыбы, в принципе. Так, а кого можно тогда еще действительно прокачать чуть-чуть, а? Может, тебе? Блин, святилище Валки занято, ну. Эх, специально, да? Все делается специально. Ну что же, ладно, друзья. Будем закругляться и... Так, погоди секунду. Награду даже. О! Прилив сил. Хм. Нам чуть-чуть, ребят, не хватило, да? Смотри. Раз, два, три, четыре. Четыре раза, чтобы вот... Ого! О, прикольно. Могильщик, перья шкур зомби и черей кровоклык. Тенетница. Хе-хе. Мираж, нифига. Прикольные. Да. Ну что, ребята, а вот на этом уже да. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.